Всем привет, друзья! Вы на канале компании Priority Auto, автомобили и спецтехника с аукционов Японии. Прекрасный солнечный день сегодня, и мы наконец-то отправляем вот это вот красавчика его хозяину. Долго машина у нас простояла, так как клиент попросил дозакинуть в него колеса еще, две пары резины, точнее, и штамповки. Накинули, получается, здесь у нас, чтобы вы поняли заполняемость, накинули одну пару, один комплект резины на один комплект штамповок и второй комплект резины здесь в багажнике. То есть вот такая вот вместимость, если опустить второй ряд сидений у лифа. Ну, еще даже сверху что-нибудь можно положить. Также попросил клиент переделать вилку. Сейчас покажу, как она выглядит теперь. Вот так теперь выглядит вилка у зарядки. Кто не знает, сначала приходит она с евро-розеткой, поэтому нуждается в переделке. Вот, и что же я хотел обсудить в этом видео про данный экземпляр. Всего у этого экземпляра 1374 километра пробег, 12 делений у нас на приборной панели. Машина 2012 года. G-комплектация на 17-м литье, ниссановском родном. Есть солнечная батарейка в спойлере, которая обеспечивает заряд автокондиционера. Вот. И хотелось бы обсудить, а стоит ли покупать такой довольно, да, уже взрослый электроавтомобиль с таким маленьким пробегом. Да, физика нам говорит о том, что батарейка должна заряжаться и разряжаться, чтобы быть в должном состоянии. И если машина простояла, такое количество времени, да, и возникает вопрос, не пришел ли капец батарейки. Потому как, если мы берем какую-нибудь Акву, не знаю, Фит, гибрид, не гибрид, у нас их особых вопросов, в принципе, и не возникнет, да? Скажите, 1300 километров 2014 года, например, какая-нибудь Аква, только рад будет, да? За ту же цену, что и обычная. Но здесь другой момент, что у нас нету бензинового двигателя, у нас только батарейка, электротяга. И что с батарейкой может быть, неизвестно. На фото, к счастью, у нас было то, что 12 делений у батарейки, то, что все деления на батарейке, мы это видели еще на аукционнике. Ой, на аукционе была фотография приборной панели, ее точнее там было видно. Вот, и рискнули взять, а потом клиент призадумался, а не капец ли там батарейки. Ну, я почему-то своей чуйкой, по специальности, видимо, знал, что все хорошо с машиной, это японец все-таки, я в них уверен всегда. И пришла машина, лиф спаем, ее проверили, 83% остаток батареи. Довольно хороший остаток для машины этого года. Мне кажется, поэтому жалеть вообще не стоит об этой покупке. И отвечая на данный вопрос, стоит ли брать такой маленький пробег, и машина довольно уже, да, старая, пусть будем говорить. Да, почему нет? То есть, если машина в должном состоянии, если она убитая какая-нибудь, и за эту 1300 километров ее просто ушатали, на ней гоняли, там, не знаю, капец ей просто, не содержали ее нормально, то да, зачем вам такая машина? Но у этой машины оценка 4,5 балла, пробег 1300, по переводу коцки просто по кузову, и все. Почему бы не взять? Отличный вариант. Стоил он так же, как там вариант года 14-13, но с пробегом там 1050. Вышел он примерно столько же. Вот, здесь и за года мы его взяли подешевле. Точнее, вышел он столько же, соотношение пробега и года, да, позволило нам его взять в ту же стоимость, точнее. Вот, и
У нас приходил точно такой же автомобиль. Но сразу скажу о цене. Цена данного автомобиля где-то около 760 тысяч рублей. Даже вроде поменьше получилось. Вот. И приходил у нас точно такой же автомобиль, вот точно такой же лифт, точно вот такого же года, 2012-го, но с пробегом 85 тысяч километров. И там уже был остаток 9 делений. Хороший тоже вариант был, да, но чтобы вы понимали, из-за пробега и упал ценник до 550 тысяч рублей. Да, в 550 тысяч рублей мы того лифа взяли, там был только другой цвет, а все остальное то же самое. Комплектация, колеса, солнечная батарейка в спойлере, все это было. То есть здесь человек переплатил именно за то, что хотел пробег поменьше, состояние батареи получше. В принципе, он это и получил, а автомобиль в отличном состоянии. Все здесь работает, так... Автокондиционер включаем, все дует, все хорошо. И также, если благодаря такому маленькому пробегу автомобиль сохранился просто в идеальнейшем состоянии, как по кузову, так и по технической части, так и под капотом. Здесь еще все в более заводском состоянии, в плане того, что оно все выглядит так, как будто с завода только вчера выехало. Просто посмотреть на агрегаты, то есть привода, рулевая рейка, все чистое. Просто в идеальнейшем состоянии все. Ну, сами видите, я думаю. Такая вот батарея. Его выглядит как, ну, по размерам, как движок Фита. Ну, на самом деле оно так и есть. Примерно размер такой же. Поэтому, друзья, если вы решили взять лиф там года 12-го с маленьким пробегом, берите в хорошем состоянии обязательно. И тогда он будет, и батарея, и все будет в хорошем состоянии. Если вы возьмете убитого, соответственно, неизвестно, что там будет. Так что, если вы хотите хорошее состояние, хорошую там батарею, не пожалейте своих там денег, не скупитесь, не думайте, что вас где-то обманывают. Хороший лиф стоит хороших денег. И момент для тех, кто не знал еще, электромобиль можно привезти любого года, вообще без разницы. То есть у него нету экологического класса, поэтому его можно и 2002, 2005 года привезти, если бы они такие были. Вот. Как на примере этого лифа. Он 2012 года, до этого есть Zeo, 11-10 год, их тоже можно привезти. Zeo гораздо дешевле выходит, чем Azeo. Действительно хороший день, и так как мы зарядили этого лифа, не хочется много расходовать батарейки, поэтому мы не идем в какие-то красивые места это все снимать. Остановились по пути около кафе. Там индюк ходит. А серьезно, друзья, индюк тот, кто вам привозит плохие машины. Поэтому обращайтесь только в хорошие компании. Честные, с хорошей репутацией и с реальными отзывами. А лифа мы сейчас повезем на отправку. Буквально в этом кафе перекусим и повезем на отправку. Скоро он уже будет радовать нового хозяина. Немного комплектации. Здесь у нас туманки. Что еще нету у средней комплектации. Но так, в принципе, они не особо отличаются. В Джишке и в Иксе есть, ну, точнее, хороший, красивый климат-контроль. А так, в принципе, мало чем отличаются. Я вам что думаете, врал что ли? Реально индюк.
Видать, пивом хочет затариться. И, кстати, да, я понимаю, что не каждый мне на слово поверит, что там 83% остатка поливспая. Поэтому я под этим видео прикрепляю ссылочку на видео, где это показано. То есть на канале Not Bad Cars Джон проверил эту машину через LeafSpy. Также я под видео оставлю ссылки на калькуляторы полной пошлины. Там также можно и посчитать, сколько обойдется электромобиль. И ссылку на конструктора и распилы, кому будет интересно, сколько выходят машины без документов. Ну вот и все. Наш лифт с рекордно маленьким пробегом отправляется сейчас он в Казань. Ну там клиент не с Казани, но ближе всего город доставки Казань. Поэтому автомобиль уезжает туда. Сейчас он уже на транспортной компании. Будет ждать автовоз в течение недели примерно. Что я могу сказать в конце? Электрокары, Nissan Leaf, достаточно интересные машины, которые заслуживают вашего внимания. Но на повседневную машину я вам ее не советую брать, так как запас хода у нее маловат. Как вторую машину, да, можно рассмотреть. Так как Leaf'ы, к примеру, с запасом хода около 200 километров, они уже стоят свыше 1 000 000 рублей. И тут уже как кому кошелек позволяет. Вот. А в принципе, электрокары очень интересные автомобили, поэтому присмотритесь, попробуйте, потому что много людей берут их именно для того, чтобы попробовать, что такое электрокар. Тем более, японский электрокар, он достаточно доступен по сравнению с той же Теслой. Ну вот и все. С Лифом мы прощаемся. И я с вами прощаюсь. Оставляйте свои комментарии. Ставьте лайки под этим видео, подписывайтесь на канал. Всем удачи, пока. Priority Auto. Автомобили и спецтехника из Японии. Напрямую с аукционов, без посредников и переплат. Полное сопровождение от подбора автомобиля, надежной доставки до оформления документов. Звоните 248 55 15.